Помнить ПДД нужно даже на каникулах. То, что дорожные знаки юидовцы не забыли, они смогли доказать на конкурсе по дорогам безопасности, который состоялся во Дворце творчества. Три команды прошли по четырем станциям, где оказали помощь пострадавшему велосипедисту, вспомнили основные правила безопасного движения и даже придумали собственный дорожный знак, который призывает водителей быть внимательными к детям на дорогах. Цель данной акции продолжить изучение правил дорожного движения, несмотря на то, что дети находятся у нас на летних каникулах. И, конечно же, юный велосипедист. Вспомнить правила вождения велосипеда, скутера. На наших дорогах травмируются дети, и поэтому мы решили сделать такую станцию «Помощь другу». Чтобы дети, если случилась такая беда на дороге, допустим, с велосипедистом, если он упал с велосипеда, там поцарапал коленку, разбил коленку, что дети должны оказать первую доврачебную помощь. Сложнее всего оказалось проехать на велосипеде в автогородке. Если в сигналах светофора, дорожных знаках, разметке или направлении движения ребята ориентируются на отлично, то в жестах регулировщика запутаться проще простого даже юным инспекторам. Не все движения знаешь, и трудновато немножко. А как думаешь, наши водители, которые ездят не только на велосипедах, да, но и на автомобилях, а также пешеходы, хорошо знают вот знаки, которые показывает регулировщик? Должны как бы все знать и двигаться именно по этим движениям. По итогам всех конкурсов команды получили грамоты и призы. А те, кому до победы баллов не хватило, отправились учить правила дорожного движения, чтобы не допустить ошибок уже не в конкурсе, а на дороге.